Приезд Кубка ФИФА в Калининград в рамках масштабного тура по России стал поводом для предложения руки и сердца. Житель города решился преподнести обручальное кольцо своей возлюбленной прямо в шатре на центральной площади, где выставлен легендарный трофей. Девушка явно не ожидала, что после того, как их сфотографируют на фоне Кубка, любимый мужчина опустится на колено и попросит стать его женой. Когда заветная фраза прозвучала, пару окружили родственники и друзья. Оба признаются, что этот день запомнят навсегда. Перебирал всяческие варианты, и мест у нас достаточно, и море есть рядом. Но когда я узнал про события, вот это, которое происходит, один раз, наверное, ну в моей жизни точно, и я решил, что стоит только здесь. ФИФА. Здорово. Это было очень неожиданно, я даже не предполагала. Просто пришли посмотреть на кубок, а тут как бы такой день в жизни оказался. Надеюсь, это будет хороший старт в нашей семейной жизни. В преддверии чемпионата мира по футболу кубок побывает в 25 российских городах, а также в 50 с лишним странах. Само домашнее первенство стартует в середине июня следующего года.